Всем привет, с вами Doom. Вот я делал видео про коллекцию игр моих всех. И как бы попросили сделать отдельно про PlayStation 2, потому что там очень много игр. Как бы я так бегал, прошелся по ним. Естественно, все там не показал. Вот и решил как бы сделать отдельное видео, может из нескольких частей, потому что игр много. Вот и как бы сделаю отдельное видео. Ну, начнем, наверное, с лицензионных игр. У меня их немного на PlayStation 2. Ну вот все, что есть, это God of War. А вторая часть с мануалкой, со всеми делами. Полностью на русском языке игра. Также есть португальский язык, греческий. Такая вот паловская версия, платиновая, к сожалению. Хотелось бы оригинальную, но что нашел в продаже, то и взял. Это вот первая игра будет. Именно с God of War и началось мое знакомство с PlayStation 2. Как бы купил я именно из-за того, чтобы поиграть в God of War. Следующий это вот God of War 1. Она, к сожалению, полностью на английском языке. Хотя руководство вот здесь у нас на русском. Это что касается God of War. Ну а следующим покажу вам такое, ну как бы это лицензионные получается, но не совсем игры, это лицензионные демо-версии игр с PlayStation 2. Был вот такой замечательный журнал PlayStation 2 Official Magazine. Вот такой. А здесь у нас Crash of the Titans. Новая демо. Этот журнал я купил в 2000, если мне память не изменяет, седьмом году. Почему-то не указано, но вот я точно не помню. Вот, вот такой демо-диск, он синенький, как и коробка PlayStation 2, она же синяя. Такой вот диск. Сейчас я вам покажу список игр. Вот здесь посмотрите, сами перечислять не буду. Ну, из таких интересных, только я вам скажу, это Crash of the Titans, Spartan Total Warriors, Crash Nitro Kart. Да и все, наверное. Вот Siphon Filter The Mega Strain. Такой шлак, если честно. Я вот вспоминаю времена с PlayStation 1, когда были, да, там Siphon Filter, сколько я раз проходил. Вот это была суперская игра, блин. Эх. Вот видите. Вот такой вот диск. Следующий диск с демо-версиями это главные хиты PlayStation 2. Вот здесь действительно крутые игры. Давайте посмотрим, какие. Демо у нас содержит Tomb Raider Legend, Metal Gear Solid 3 Snake Eater, вот это шедевр, Shadow of the Colossus шедевр, Akami шедевр, Final Fantasy я ни разу не играл, потому что я не люблю такие игры. Ну и Burnout Revenge тоже неплохая игра, но вот троечка вот иду, да? Вот тройка идет, это Metal Gear Solid, Shadow of the Colossus и Akami. Вот эти три игры обязательно нужно поиграть на PlayStation 2, если она у вас есть. Такие шедевры. Следующий у нас это PS2 Racing Special. Здесь у нас сборничек всяких гонок. Need for Speed Carbon, Micro Machines, Burnout Revenge, Jacet, Outrun. В общем, вот такие игрушки. Я не особо любитель гонок. Но вот в журнале был диск такой. Следующий это у нас, как я понимаю, просто сборник был. Pro Evolution Soccer 2008. Вот здесь можете посмотреть список. Ratchet & Clank 3, Return to Castle Wolfenstein, кстати. Так сложно было играть на джойстике от PlayStation 2 вот в эту игру. Tenchu, Soul Calibur 2, Space Channel, Code of FIFA 2008, Spider-Man, Friend of Four. Вот такая вот
сборничек с демочками. Ну и последний диск. Это лучшие шутеры PlayStation 2. А входит у нас в этой изданнице, сейчас посмотрим. Medal of Honor Frontline, Time Splitters 2, Brother in Arms Road to Hell, Black, вот это шикарнейший шутер, Killzone, Rainbow Six, Metal Slug, тоже прикольная игра, остальные я не играл. Вот это у нас лучшие шутеры PS2. Ну а теперь пойдем по пираточкам. Первый вот такой у нас диск, это у нас Spartan Total Warrior, русская версия. Даже чек у меня сохранился. Так, купил я ее так, игра была куплена 14 июля 2008 года. Это я тогда 9 класс закончил, видать, летом покупал. Прикольная игрушка, особенно очень сложный конец. Это я бы, это, кстати, от разработчиков всем известной серии Total War. Где-то тут Creative Assembly есть. А даже лого не пишут на пиратках. Но это игра от Creative Assembly, которые создали все части Total War. Здесь мы играем вид от третьего лица в самом гуще сражений. Греческого. Греция, там будет Рим, Африка, даже Карфаген. В общем, классная игра. Германия, кстати, там эти варвары, типа. Очень крутая игра. Всю прошел я. Массовые такие сражения там. Так, уберу пока вот эти. Вот. Массовые сражения. Всем, кто любит такие игры, советую. Ну, а следующий у нас идет... Shinobi Do Way of Ninja. Это у нас эксклюзив PlayStation 2. Считаю я это самой, наверное, лучшей игрой про ниндзя. Брал ее как-то случайно, не знал даже об этой игре. Но играем мы за ворона. Типа ионный клан там убили, предали, и вот он мстит. Можете там закупаться перед выполнением миссий. Бомбочки всякие и так далее. В общем, классная игра, всем тоже советую поиграть, особенно это эксклюзив. Эксклюзивы редко бывают плохими. А следующее у нас идет, это Call of Duty Finest Horror. Это замена первой части, как на компе, то есть только там другие миссии. Естественно, и графика чуть похуже. Да я не знаю, даже в плане графики, может и так. Я уже давно играл, сейчас скажу, когда я ее купил. Видите, чеки даже есть. А купил я ее, получается, 18 февраля 2007 года. Тоже неплохо. Я особенно любитель Call of Duty, вот ее и взял. Вот здесь у меня коробочка сломалась, точнее я ее взял под другой диск, это у нас сборник Gran Turismo и Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Ну я брал только из-за Metal Gear Solid, Gran Turismo мне не очень нравится, как и все гонки, а вот Metal Gear Solid это шедевр такой. Интересная очень игра. Вот тут тоже я коробочку взял. Вот здесь вообще какой-то другой диск, не знаю почему. Это Brother in Arms, Earned in Blood. Тоже неплохой довольно-таки шутер про Вторую мировую войну от Ubisoft. Управляем командой. Вот. Тоже советую поиграть, если у вас есть PlayStation 2. Medal of Honor Vanguard. Vanguard, блин, из Dota для Axe собираем. Опять же, чек у меня даже есть. Ну, покупал я игры в одном месте, вон, видите, ЧП Павлов, у одного и того же покупал. Продавца это я покупал 25 августа 2007 года. Я вообще люблю игры про Вторую мировую войну. И как бы вообще период Второй мировой войны я как бы увлекался раньше, читал много книг про это все. И вот любил игры и фильмы про Вторую мировую войну, у меня их дофигища. Тоже такая классная игра, это замена Airborne. Ну, замена Airborne на компе вышла, а вот на PlayStation 2 Wii
и на какой-то еще приставке вроде вышел, точнее на Wii, на PlayStation 2 вышел вот именно Medal of Honor Vanguard. Вот, и миссии совсем другие, не так как на компе в Airborne, так что тоже интересно поиграть. Я и Airborne прошел. А, следующий у нас это Mortal Kombat Shaolin Monks. Такая классная игра, но интересно играть только когда вы играете с кем-то вместе, ну, на два джойстика. Как бы вместе проходите, мы ее проходили с другом. Я не помню, даже прошли до конца или нет, очень давно ее покупал тоже, в году-то 2007. Но классная игра. Там еще можно открыть костюмы Саб-Зира, вроде еще кого-то. А следующая это у нас Shadow From. Игра от компании Capcom. Тоже такая классная игра. Она мне, знаете, сейчас что напомнила? Вот сейчас вышла игра для Xbox One Rise Son of Rome. Даже видите, упаковка немного, да, похожа. Там тоже такой типа Центурион нарисован в Rise Son of Rome. А здесь у нас, собственно, сюжет игры таков, что убивают Юлия Цезаря, и мы как бы должны расследовать его убийство, кто именно убил, обвиняют невиновного человека, как бы, и вы должны доказать, что убийца совсем другой человек. То есть в игре совмещаются два режима, это стелс и экшен. Играем мы за генерала Агриппу и за племянника Цезаря Октавиана, то есть за Октавиана, вот он, собственно, изображен. Октавиан выполняет стелс-режимы. Очень классно, кстати, стелс все сделано, мне очень нравилось. Прошел ее три раза даже. А за Агриппу мы играем, вот здесь даже скрины видны. Играем экшен, там гладиаторские бои, так все еще классно сделано. Отрубаются головы, руки, ноги. Не помню, какого года игра, 2005 вроде, но это все так классно сделано. В общем, суперская, вот побольше бы таких игр делали интересных. Вот мне чисто Xbox One нравится тем, что на нем есть Rise Son of Rome. Не знаю почему, Crytek выпустили эксклюзивно, могли бы и на компе, и на PlayStation 4 сделать. Не знаю. А это у нас Питер Джексон, King Kong, официал Game of the Movie. Тоже такой классный шутер. Динозавры огромные там, всякие эти жуки, блин, и так далее. Очень классная игра. Есть на PSP тоже, на компе, на Xbox 360 вроде. Ой, на Xbox One или на 360. Не помню, в общем, уже на каких играх, но игра классная. А, вот такая игра Dark Watch. Она мне, знаете, что напомнила? А, фильм «Президент Линкольн. Охотник на вампиров». Вот чем-то похоже. А вот такой у нас диск. Можно играть вдвоем, проходить, кстати. Там монстров дофигища, оружие. Вот. Неплохой такой шутер. А следующий у нас это Mortal Kombat Armageddon. Здесь, наверное, за всю историю больше всего бойцов собрано. Не помню, 65 бойцов вроде. Так, сейчас где-то здесь должно указано быть. Более 60 бойцов. Вот видите, более 60 бойцов. Тут есть даже сюжет. Сюжетная кампания, как бы. Вот, в общем, мне понравилась игра. Тоже всем с фанатом Mortal Kombat советую. А, следующий у нас это NHL 09. Вот такой диск. Это вроде самая последняя игра, которую я купил на PlayStation, если мне память не изменяет. Посмотрим. Да, это самая последняя игра, купил ее в 2009 году. Больше я на PlayStation не покупал, только скачивал. А русская версия. Ну, неплохо играть тоже вместе с кем-то на два джойстика. А опять же, как я говорил, любители Второй мировой, опять у меня Medal of Honor European Assault. Эта игра у нас вышла в 2005 году. Тоже такая интересная игра. Тут еще режимы, как бы, режимы всякие там. Вы убили в голову несколько раз, у вас накапливается полоска, и вы включаете там, типа, у вас неуязвимость на несколько секунд. Ну, это, конечно, чушь, но все-таки интересно. Внесли такие моменты небольшие. Так, игра хорошая. Мне понравилась. Еще бы она мне не понравилась. А, следующий у нас вот такой хит. Это Black. Отличный такой шутер, это, наверное, самый такой
лучший шутер на PlayStation 2, да и, наверное, одна из самых лучших игр. Как бы она выжимает все соки из PlayStation, графика просто отличная. Когда я играл, аж удивился, что на такой приставке можно выдать вот такую графику, да, разрушаемость. Battle с Battlefield может еще поравняться в разрушаемости. В общем, классная игра. Следующее это у нас вот такой, опять же, Call of Duty 3. Купил я этот Call of Duty аж в августе 2007 года. Вот. Это у нас Call of Duty 3. Не знаю, на PlayStation 3, на Xbox 360 такая же там сюжетная кампания или нет, или графика, я не знаю, не играл. Но на ПК это единственная часть, которая, наверное, не выходила на ПК. Из нумерованных, я имею в виду. Вторая выходила, а вот третья не вышла. Довольно-таки неплохо, тоже полностью прошел. Там, не помню, у нас во Франции играем, за поляков можно играть, за американцев, за британцев. Вот, это у нас такая вот игрушка. Ну, это, наверное, будет первая часть, уже потому что 15 минут. Как бы не хочу большой ролик делать. Сделаю, наверное, из двух частей. Ну вот, собственно, и все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.